Солнце русской поэзии и наше все. 6 июня в России отмечается юбилей 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Тысячи мероприятий проходят по всей стране. В Челябинской области организовали свой читательский марафон. Его участниками стали десятки южноуральцев, в том числе губернатор области. Не остались в стороне и магнитогорцы. В эфире телемоста сразу несколько площадок региона – библиотеки, дома творчества и штаб общественной поддержки в Челябинске. Именно отсюда старт марафону, посвященному юбилею Пушкина, дает губернатор Челябинской области. Алексей Текслер в прямом эфире, который транслировали в сети ВК, читает отрывок из своего любимого произведения. Александр Сергеевич Пушкин, «Бородинская годовщина». Великий день Бородина, мы братской тризной поминая, твердили. Шли же племена, бедой России угрожая, не вся ль Европа тут была, а чья звезда ее вела? Но стали ж мы пятою твердой и грудью приняли напор племен послушных воле гордой, и равен был неравный спор. После эстафету подхватывают и другие жители региона – врачи, деятели культуры, школьники, рабочие. Магнитогорск на марафоне представляет Елена Шепелева. Девушка работает на ММК в листопрокатном цехе номер 11. Сейчас в декретном отпуске. Волнулись я, конечно, волнуюсь. Это очень ответственно, так как сегодня праздник Пушкина. Мы хотим показать, что мы его помним, что наши дети тоже в школе его читают, и о том, что не забыто. И мы этим гордимся. У меня пока нету школьников еще. Я думаю, что это все впереди. И обязательно ознакомим с данными произведениями. И они, я думаю, что тоже будут одни из любимых. Для декламирования Елена выбрала любимое стихотворение «Лукоморье». Лукоморье – дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. К слову, Южный Урал в жизни Александра Пушкина занимал особое место. Поэт стремился к нам с тех пор, как у него возникла идея написать исторический очерк. Немало связывает с великим поэтом и Магнитогорск. Александру Сергеевичу Пушкину сегодня 225 лет. Все мы его знаем, читали в детстве и потом открывали томики, уже будучи взрослыми людьми. И в Магнитогорске есть места, которые связаны с именем Пушкина. Это драматический театр его имени, это проспект Пушкина на левом берегу, и там же стоит памятник из бетона Александру Сергеевичу. Кстати, его поставили ровно 75 лет назад. Присоединиться к марафону чтецов может любой магнитогорец. Для этого необходимо записать на видео любимое стихотворение поэта и выложить ролик в своих соцсетях с хэштегом «Южный Урал читает Пушкина». Елена Старостина, Алексей Абашин, телекомпания ТВ-Ин.